По следам предков, в селе Варьоган стартовал сплав на Абласах. Участники планируют за неделю пройти почти 200 километров и добраться до Агана. Они повторят маршрут, который вместе с единомышленниками почти 20 лет назад прошел Юрий Велла. Известный оленевод и писатель. Результатом того путешествия стала книга под названием «Путем хозяйки тайги». Спортсмены планируют делать привалы, у них есть с собой все необходимое, провизия и палатки. Сопровождать группу в пути будут спасатели на моторных лодках. Я 41-го года рождения, и это на области считайте всю жизнь, как говорится. И по профессии я все судоводитель. Так что это речку знаю как 5 пальцев. Этот путь сложился, можно сказать, многовековой, потому что традиционно селились семьи вдоль реки, и тесные родственные связи связывают эти два населенных пункта. Это почтовый путь, это обучение детей в свое время в селе Аган.